очень важная тема. Важна для тех, которые мечтают войти в служение полного Евангелия. Если ты человек, который находишься здесь, который хочешь двигаться в слове, в молитвах, в освобождении и во всех остальных течениях и дарах Святого Духа, то именно эта тема для тебя. Тема называется «Без чего ты не можешь существовать». Вы знаете, в наше время привычно уже открывать служение, которое не несут в себе силы. Это просто организация, в которой ты приходишь, получаешь информацию, берешь какие-то хорошие уроки для жизни, но они не несут жизни. Они не несут духовной жизни и прорыва, без чего ты не можешь существовать. Это то, что невозможно купить или заработать, или научиться, или выучиться, закончить школу. Это дается только тем, кого Дух Святой избирает на служение. И это называется помазание. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть невидимая вещь, дорогие мои, послушайте меня внимательно, которую невозможно купить, невозможно заработать, невозможно уговорить Бога, чтобы он это дал. Любой человек возьмет даже копию этой темы, возьмет полностью весь материал мой, и он абсолютно не сможет сделать того, чего делаю я, потому что эта тема не находится в этом листе, эта тема не находится в CD-диске, эта тема даже не находится в Библии. Эта тема находится в помазании, вы понимаете? То есть, когда Бог избирает, и вот я всегда говорю людям, я всегда говорю, пожалуйста, найди именно свое место, потому что оно уже помазано. Вы понимаете, о чем я говорю? Тебе не нужно брать какое-то служение и потом вымаливать у Бога годами, чтобы пришел успех туда. Тебе просто нужно найти свое, а там помазание уже ждет тебя. Вы понимаете меня? Тебе не нужно вымаливать, выпрашивать. Как только я сделал первый шаг на сцену, открыл Библию, я почувствовал просто внутри меня, как что-то взорвалось. И я почувствовал, как будто мои слова, которые вот сейчас я говорил, они приобретают абсолютно другую форму. Мои слова почему-то звучат по-другому. И даже я сам получаю откровение во время того, как говорю проповедь. У кого-то это бывает, поднимите руку. Вы понимаете, о чем я говорю? Тогда вы полностью со мной солидарны. Именно этот элемент люди хотят взять. Именно люди пытаются сделать все возможное. Они не знают, как это объяснить. Они просто видят на этом человеке. Ты смотришь на него, нет ни вида, ни величия. Он даже говорить не может. У него ошибки в слогах. Вы знаете, что помазание, оно сглаживает все ошибки, вы понимаете? И иногда смотришь, пухленький, толстенький, знаете, такой толстячок, америкосик. Знаете, и он такой невзрачный, выходит на сцену, и ты смотришь, какой красивый пухлячок. Какой, знаете, и тебе хочется его слушать. Помазание сглаживает, вы понимаете? Помазание по какой-то странной причине делает проповедника красивым на сцене. Помазание делает певца просто уникальным, неповторимым. И это то, что мне Бог сказал. Говори об этом моим людям. Потому что люди думают, что помазание в законченной школе, школа нужна. Но без помазания школа это мертвое знание. Вы все понимаете, о чем я говорю. Помазание — это то, что дается только Богом, только один раз и только тем, которые заняли свое место. И если ты сейчас годами вымаливаешь у Бога, чтобы что-то заработало, я тебе сразу говорю, оставь это, оно не помазано. Просто ты должен открыть свой, знаете, духовный радар и просто должен пощупать. И когда ты нащупаешь свое, ты увидишь взрыв энергии, ты увидишь, что у тебя откуда-то сверхъестественно приходит сила, тебе хочется вставать и делать, тебе хочется платить цену. Тебя не нужно уговаривать. То, что внутри тебя, оно влечет тебя. То, что внутри тебя, оно заставляет двигаться, говорить, поститься и молиться. Это помазание, которое не дает тебе жить, не дает тебе спать. Оно делает тебя уникальным. И вот именно без этого, дорогие, мы не можем существовать как церковь. Что отличает церковь от мира, дорогие мои? Мир может все подделать,
Но не помазание, вы слышите меня? Мир может подделать все. Церковь, Библию, они могут подделать темы, телевидение, что угодно, но они не могут, абсолютно не могут подделать помазание. И те, которые рождены от Бога, они точно ощущают, где есть помазание, а где его нет. Вас этому учить не надо. Вы четко определяете, все в этом зале, где помазанное, а где не помазанное. Мы даже сами с вами не можем определить, почему. Да только по одной причине. Потому что тот же самый Отец, который внутри меня, говорит тебе, и Он внутри тебя подтверждает мои слова. И ты сидишь на лавочке и говоришь, откуда Он знает, что я думала вчера? Вы понимаете? Это делает помазание. Я говорю из жизни своей, из своей жизни истории. И ты говоришь, слушай, кто ему рассказал обо мне? А я просто рассказываю историю своей жизни. Помазание, оно имеет уникальную функцию проникать, уникальную функцию доставать тебя там, где ты даже не думаешь, что тебя достанут. Одна фраза помазанная способна переменить все мышление твое, жизнь твою и всю судьбу твою, чем всю жизнь хождения в церковь, которая абсолютно не построена на Боге. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот что церковь должна иметь последних дней. Я вам серьезно говорю, все, что имела церковь Иисуса Христа, они не имели знаний, они не имели никаких познаний, они не имели ничего, это были просто рыбаки, ребята, которые знали просто, как заколачивать деньги, как делать бизнес, как собирать там мытари были и так далее. Они ничего общего не имели с законами, со школами и со всеми остальными вещами. Они просто были около Христа. И когда им Христос сказал, вот где ты должен быть, когда они вошли в это, они почувствовали, помазание пришло. Дорогие мои, я вам честно скажу, вы скажете, как его достать? Помазание достать проще простого. Когда ты входишь в свое, там оно тебя ждет. Дорогие мои, оно не просто, ты его не вымаливаешь. У каждого из вас, на каждой из вас, из вашей жизни уже лежит огромное помазание. Вы просто находитесь в какой-то другой сфере. Но как только ты входишь в свою сферу, ты четко ощущаешь. Просто некоторые из вас еще не пробовали, но некоторые, я даю гарантию, уже попробовали. И уже четко понимают, где меня влечет. Помазание, дорогие мои, оно имеет такую функцию влечь тебя. Ты не знаешь, когда где-то заработала колонка, где-то заработала песня, и ты знаешь, ты поставил CD-диск, и ты слушаешь на CD-диске 15 песен, и ты доходишь до одной песни, и у тебя резко поднимаются руки, и ты понимаешь, что только одна песня на этом диске помазанная, кто меня понимает? Дорогие мои, вы понимаете, о чем я говорю? Все остальное это просто этот парень или эта девушка забили, чтобы продать этот диск. И иногда мы с вами делаем сборники. Вы знаете почему? Да потому что мы выбираем из всех дисков то, что цепляет мой дух. Amen. И это есть помазание. В чем бы ты ни занимался, в финансах, если ты бизнесмен, без помазания в жизни у тебя прорыва не будет. Но когда на тебе помазание именно деньги делать и благословлять то, что Бог делает, потому что у церкви, я говорю, всегда должно быть две ноги, духовая и финансовая. Если у нее или та, эта церковь далеко не дойдет. Вы все меня понимаете? Поэтому у церкви всегда должно быть две ноги, духовая и финансовая. Там, где не достает финансы, достанет Дух Святой. Там, где Дух Святой, просто Дух Святой не заплатит за знание, amen, заплатит финансы. Поэтому мы идем так, и мы движемся. Помазание – это то, без чего ты не можешь существовать, не имеешь права существовать. И я так благодарен Богу. Вы знаете, мне не нужно, я буду убитый, буду мертвый, как только на меня сходит помазание, я сразу, знаете, как вот, знаете, энерджайзер этот, знаете, с барабаном, побежал, знаете, все. Помазание, оно способно воскрешать тебя. Помазание, оно способно делать то, что не может делать никто и ничто. Помазание – это то, что ставит тебя на свое место, делает тебя красивым, делает тебя неповторимым. Помазание делает тебя уникальным. Что бы ни делалось, как бы ни делалось, ты будешь брать ту же самую Библию, которую и берет тот. Ты прочитал место из Библии. И помазанный человек прочитал место из Библии. У тебя оно просто прозвучало, а у него это место. Он даже его не объяснял, оно прорвало все. Вы понимаете? Помазанному человеку много говорить даже не надо. Он просто сказал одну фразу, и это вышло из духа и коснулось духа.
Моя мечта не коснуться ваших мозгов. Мозгов касается все, что угодно. Моя мечта коснуться вашего духа. И вот здесь настоящий дэмидж начинается. Потому что то, что касается твой дух, это именно та сила, которая изменяет тебя. И когда твой дух воспринимает эти вещи, твое тело и разум автоматически подчиняется этому. И поэтому те люди, которые знают, помазанные люди, они всегда делают вещи, которые касаются. И вы знаете, в нашей церкви настолько все ощущают помазание. Люди в церкви, в Transformation Center в Сиэтле настолько привыкли к помазанию. Я вам честно говорю, четко приезжает гость. Я вам честно говорю, это буквально смешно. Люди просто встают и выходят из зала. У нас никто не церемонится, если приезжают без помазания. Если кто-то вышел просто говорить, у нас люди даже не церемонятся, и все люди из моей команды подтвердят это, просто ползала может встать и выйти, потому что они не воспринимают людей без помазания. Потому что их так научили, что если человек выходит, он должен изменить твое мышление в эти две минуты, вы понимаете? Если в эти 2-5 минут не меняется твое мышление, человек не помазан, и он не должен стоять на этом месте. Все, что ты делаешь, оно должно приносить прорыв. А если оно не приносит, то это или не твое место, или ты человек не помазан для этого. Я вам серьезно говорю, люди говорят, я хочу быть пастором. Я говорю, ты не знаешь даже, что ты хочешь. Ты хочешь быть пастором, потому что ты увидел какого-то успешного пастора там или там. Ты хочешь быть успешным певцом, потому что ты увидел кого-то, кто-то спел овации, продали CD, и ты теперь певцом хочешь стать. Я говорю, я хочу стать тем, где мое помазание. Вы слышите меня? Я только иду туда, где помазание мое. Дорогие мои, поверьте мне, я точно пастором не планировал быть. Кем угодно. Я культуристом хотел быть, вот, честно скажу. Хотел накачаться, знаете, и что-то там делать, я не знаю. Была мечта такая по детству. Потом была мечта еще чем-то стать. Но потом Господь мне открыл. Ты только состоишься там, где мое помазание ждет тебя. Оно ждет каждого из вас. Вы должны его найти. Это все, что тебе нужно сделать. Тебе не нужно его вымаливать. Тебе не нужно говорить, Господь, ну пусть придет. Перестань воскрешать трупа. Трупа Бог не воскресит. Тебе нужно найти там, где твое. И поэтому нам с вами, почему я это говорю, христианам нужно переосмотреть вообще свою позицию даже в церкви. Тебе сказали, ты хороший бизнесмен, а внутри у тебя вообще никакого бизнеса не идет. Тебе сказали, ты пастор, ты учитель, ты проповедник, ты выходишь за кафедру, и с тебя пот течет, у тебя все трусится, тебе плохо, ты теряешь дыхание и сознание. Поверь, это не твое место. Я вам даю гарантию, дорогие мои, просто вы должны найти свое место, и именно там вы найдете свое удовлетворение. Мое удовлетворение только на том месте, на котором я нахожусь. Я не занимаю чужое место. Я ни в коем случае не хочу занять чужое место. Я просто прошу Бога, чтобы каждый из вас занял свое место. И именно там вы найдете прорыв и успех, которого не видели никогда. Смотрите, вся моя жизнь — это как будто какой-то тест, как будто какой-то экзамен. Всякий раз, когда я сдаю какие-то вещи, я удивляюсь, как помазание вырастает. Я удивляюсь, как Бог открывает еще одну дверь, и влияние опять открывается в какой-то сфере. Я удивляюсь, как просто ты делаешь какие-то шаги совсем незначительные в той сфере, в которой ты, и ты увидишь, как ты в своей сфере становишься чемпионом. Дорогие мои, мы все должны стоять перед Иисусом с золотыми медалями, вы слышите? Никто в церкви Христа не стоит на втором месте с серебряной медалью. Когда ты занимаешь свое место, дорогие мои, ты скажешь, я тебе, некоторые люди говорят, вот нет такого человека, как он. Нет, дорогие мои, мы должны понять, мы все грани одного огромного изумруда, одного огромного камня. Просто это одна церковь. Например, Бог поставил одного здесь, другого здесь, но мы все церковь его, вы понимаете? Никто не соревнуется ни с кем. Каждый просто занимает свое место в теле, и он начинает сверкать там, где Бог его поставил. Нет соперничества, потому что не нужно соперничество, если кто-то занял свое место. Соперничество и война только там, где люди не на своем месте, вы слышите? На мою позицию никто в жизни даже не думает покуситься, потому что покусившись, они не выдержат того, что выдерживаю я, вы понимаете? Только тот, кто помазан на эту позицию, он выдержит все и пройдет через все. Опять же я говорю, когда мы смотрим на Павла, мы удивляемся, как этот человек смог выдержать все это. Как эта личность в побоях, даже побивали камнями и тонул, и жалили змеи, и что угодно было, он вставал и продолжал идти. Что заставляло его это делать? Помазание.
влечение, жажда, огонь. Это все заставляло его это делать. И он шел и опять делал. Без этого немыслимо служение. Просто поверьте, дорогие мои, не тратьте даже ваше дыхание без помазания. Даже не тратьте, вам не нужно. Я понимаю, в какой-то сфере вам нужно пробиться, но сначала вам нужно убедиться, ваша ли эта сфера. Я вам даю гарантию, мне приходится отвоевывать мою сферу, но я знаю, где мое место. Я точно знаю, где я делаю удар по царству сатаны. И я точно знаю, что выйдя и говоря очередную тему, я просто закидываю очередную бомбу, которая будет работать и работать и работать. Мы должны точно знать, что каждый наш день, он не должен быть потрачен. Каждый наш день в помазании, он делает огромные результаты. Просто отрекитесь тратить свое время. Нас с вами по жизни учили, что вот что ты думаешь, тем и становись. Как ты хочешь, так вот и живи. Нет, дорогие мои, вы должны точно понять, где оно. Оно влечет вас. Просто возьмите время с Богом. Опять же я говорю, дорогие мои, чтобы достичь вот даже вот этих небольших результатов, которые я достиг, вам нужно просто уединиться с Богом, просто найти с Ним общение, просто отказаться от всего и сказать: Бог, я хочу найти мое место. Дорогие мои, когда вы найдете свое место, вы заметите, все соперничество заканчивается. Дорогие мои, все соперничество заканчивается. Я удивился. Да, люди захотят тебя, знаете, как-то оплевать, опорочить, но соперничать с тобой никто уже не может. Потому что люди просто видят, что ты занял именно свое место, и там просто невозможно ничего сделать. Просто когда ты уйдешь, все люди просто ушли с тобой. Вы понимаете? Никто тебя не свергает, никто за тебя не голосует, никто тебя не выбирает. Просто ты имеешь влияние, потому что ты имеешь помазание. Тебе не нужно говорить: ребята, за кого голосуем? За меня, за него? Ну, окей, за него 80%. Хорошо, он теперь будет служитель. А я так подожду. Может, в следующий раз больше за меня проголосуют. Дорогие мои, это все абсурд и маразм. Когда Бог тебя влечет, твоя сфера влияния распространяется, потому что ты помазан на эту сферу. Кто-то помазан учить о деньгах, кто-то помазан учить о прорывах, кто-то помазан учить о другом, о третьем, о семейных вещах. Я помазан учить абсолютно другого. Я помазан Богом, я знаю для чего, трансформировать мышление церкви. Все, ты заходишь один, выходишь другой. Все, это я знаю, это я делаю, в этом я движусь, и это я наслаждаюсь, когда я в этом теку. Смотрите. Только после пустыни Иисус мог сказать эти слова: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Дорогие, вы знаете, что мы сначала должны пройти кое-что? Некоторые люди говорят: пустыня, я уже 5 лет в пустыне, я уже 20 лет в пустыне. Бред. Бред. Что такое пустыня? Пустыня – это не засуха. Пустыня – это просто Иисус был в пустыне. Пустыня, что делал Иисус в пустыне? 3 урока Он проходил. Помните? 3 урока. Пустыня у тебя только там, где ты не сдаешь свои экзамены. Бог тебе сказал: сдай экзамен на честность, а ты продолжаешь врать. Тебе Господь говорит: сдай экзамен на трудолюбивость, сдай экзамен на духовность, сдай экзамен на то, на третье, на десятое. Ты продолжаешь проваливать экзамен, ты продолжаешь превращать камни в хлеба, ты продолжаешь принимать славу, и ты продолжаешь делать какие-то вещи. И мы ждем: Господь, пусть придет прорыв. Вот твоя пустыня. Твоя пустыня – это не сданные экзамены. Конечно, там нехорошо. Чем быстрее сдашь экзамен, тем быстрее выйдешь из пустыни. Люди говорят: как приходит помазание? Сдал ли ты свои экзамены? Сдал ли ты свои экзамены на послушание? Что Бог просит у тебя? Что Бог в этот момент, Он просто влечет тебя сделать? Поверьте, если каждый из вас прислушается к Богу и скажет: Отец, я хочу найти именно мое место, мое помазанное место, определенное Тобой для меня от начала века, когда меня еще не было, когда я еще не был даже зачат, и даже моей матери еще не было зачат, скажи мне, какое мое место. И только ты находишь свое место, здесь начинается экзамен. И Иисус до пустыни не вышел никуда. Вы все меня понимаете? Смотрите, давайте мы прочитаем один момент. Исаия, 61 глава, с 1 по 4 стих. Книга Исаии, 61 глава, с 1 по 4 стих. Дух Господа Бога на мне. Слушайте, здесь вот эти фразы, мы с вами их наизусть знаем, но почитайте, в каком они идут распорядке. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня. Благовествовать нищим,
послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Господа нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его, и застроят пустыни вековые, и восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. Заметьте, что здесь помазание точно определяется, для чего оно дано. Вы понимаете, о чем я говорю? Оно точно определяется то, для чего Иисус пришел. Ты не можешь. Знаете, люди некоторые говорят, я помазан, но ты помазан только в той сфере, где Бог призвал тебя. Все остальное ты просто человек. Вы понимаете, о чем я говорю? Я сейчас сойду с этих ступенек, сяду в машину и поеду общаться. Мое помазание осталось вот здесь. И как всякий раз, когда я опять возвращаюсь, помазание опять начинает действовать. Вы понимаете, о чем я говорю? Твое помазание, оно всегда находится именно на том месте, для чего ты призван. Многие люди заблуждаются, думая, что я помазан на все. Помазан и молиться, помазан и изгонять бесов, помазан и проповедовать. Нет, и он, попробовав одно, у него получилось. Он тронул другое, у него провал. Он тронул третье, у него провал. И Бог говорит, не двигайся туда, я тебя не помазывал на это. Нам нужно выучить эти уроки как тело Христа и взять это просто себе на замечание и сказать, Господь, где моя сфера? И я точно знаю, поверьте, дорогие мои, я очень аккуратно наблюдаю, чтобы не выходить за рамки моего помазания, потому что там я обыкновенный человек и опозориться это могу очень быстро. Поверьте, будет глупо мне сейчас начать учить песни петь. Будет глупо для меня, а для кого-то проповедовать. Для певца. Я вам серьезно говорю, помазание твое, оно на тебе, и оно именно на том месте, где Бог призвал тебя. Вы это должны все знать. Смотрите. Все, что делается вне помазания, это противно Богу, потому что это делается без Духа Божьего. Вы слышите меня? Все, что делается вне помазания, это Богу смердит, это противно, потому что мы с вами, как церковь, не имеем права ничего не делать для Бога без Бога. Иисус такую фразу сказал, «Я ничего не делаю, если не вижу Отца Творящего». Как Дух Святой открывает, что творит Отец? Отец сейчас двигается сюда, и Иисус двигается сюда. И когда многие говорят, приедь, я говорю, я не могу, потому что приехавший на мне не будет помазания. Вы понимаете, о чем я говорю? Даже ты можешь попасть не в свое место, там, где Бог тебя не призывал, там не будет помазания. Почему, когда шли апостолы, Бог запрещал им в некоторые места ходить? Потому что эти места были закрыты для Евангелия, и Бог не хотел, чтобы тратилась слава. И он говорил, не бросайте жемчуг перед свиньями, потому что там оно не примется. И когда вы постучите в дверь, не отворят вам, не тратьте свой дух, не тратьте свой пыл, поворачивайтесь и идите. Когда Иисус зашел в свой город, его помазание не сработало. Вы понимаете, о чем я говорю? Дорогие, знаете что? Есть места, где даже твое помазание работать не будет. Знаете, что есть места, с каким бы ты... Знаете, это харизматические приколы вот эти, я еще вспоминаю в свое время, там, где нам говорили, просто все провозглашай, и все будет сделано. И да провозглашались. Родные мои, не надо все провозглашать, нужно знать свое место. Вы все со мной. Нужно знать точно свое место и свое определение, и именно там никогда ты не будешь поражен дьяволом. Ты всегда будешь бить в десятку и всегда будешь достигать результата. Ты всегда будешь приносить плод. Написано, дерево, которое посажено при потоке вод, при потоке живой воды, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет никогда. Ты всегда зеленый. Ты находишься у источника, дерево не перемещается. Чё бы и не поехать. Ну, поехали теперь в пустыне. Я ж дерево. Все, нет, родной, вот твое место. Ты дерево посаженное. Скажите, посаженное. Посаженное. Посаженное – это утвержденное, укрепленное, укорененное. Вы слышите меня? Это значит, вот мое место, и я не собираюсь быть евангелистом, потому что у меня не будет успеха. Я не собираюсь заниматься бизнесом, потому что будет провал. И я уже пробовал, поверьте, провал большой получился. Я знаю, о чем я говорю. Я дерево посаженное. Где мое место? Вот у потока. Где мой лист не вянет? Вот где мой лист не вянет. Как только я сделаю шаг назад, мой лист завянет. А я не хочу, чтобы мой лист вял. И церковь мудрая должна понять, где мое место, и перестать передвигаться. И знаете, пословица даже такая есть, хорошо там, где нас нет. Нам всегда хочется, где там, наверное, лучше, там, наверное, лучше там, где Бог тебя призывает.
Лучше именно там, где Бог тебя призвал. Некоторые сидят здесь из разных стран. И знаете, самое интересное, я удивляюсь. Как, представьте, у Бога дилемма. Куда тебя не послали, тебе оттуда дернуть хочется. Где бы ты ни находился. Я удивляюсь, когда Бог родил партию брюнеток, они блондинками стать хотят и перекрашиваются. Бог сделал блондинок, они перекрашиваются. Он сделал партию кучерявых с голубыми глазами, они выпрямляют свои волосы и вставляют коричневые контакт-линзы. Я удивляюсь, как людям все не нравится. Вы понимаете, о чем я говорю? Та смотрит, во бы мне такие волосы, как у тебя. Он говорит, во бы мне такие. Дорогие мои, поменяй их волосами, они начнут мечтать об обратном. Жизнь, люди такие, дорогие мои, наслаждайся тем, кто ты. Наслаждайся тем, кто, кем Бог создал тебя. О, ес! Аллилуйя! И когда ты влюбишься сам в себя, и ты скажешь, Господь, я благодарен тебе за то, что ты создал меня именно таким, потому что ты знал мое определение и кем я буду. Сделай тебя чуть-чуть красивее, ты уже к Богу не придешь. Вы понимаете, о чем я говорю? О, родные мои, иногда Богу приходится сделать маленький порок тебе, чтобы у тебя был маленький комплекс неполноценности, чтобы в свое время покаяться, и потом Бог исцеляет твои проблемы. Ты смотришь в зеркало, не такая уж уже и плохая. Амин. Не такой уж и плохой. Девчата там где-то в углу смеются, я понимаю. Поверьте. Все красивые, все помазанные. Поверьте, из любой девушки, из любого парня конфетку можно сделать. Вы понимаете? Поверьте, дорогие, уж на небе мы все красивые будем точно. Если здесь даже немножко не нравится. Наслаждайтесь своей позицией. Просто скажите, Господь, я благодарю тебя. Вы увидите, как дьявол просто перестанет издеваться над вами. Когда просто вы начнете влюбляться в то, что вы, в то, кто вы, в то, где вы. И вы скажете, Господь, если я не могу куда-то поехать или что-то сделать, это значит мое место. И начните наслаждаться тем местом. Выжмите из жизни все, что Бог дает вам. И никогда не дайте дьяволу уничтожить вашу судьбу через какие-то вещи, которые вы видите, у кого-то лучше происходит. Наслаждайтесь тем, что Бог дал вам. Первое. Мы сейчас несколько пунктов пройдем с вами. Первое. Помазание определяет, кто ты. Послушайте внимательно. Все, что вы знаете обо мне, слышали и видели, я обыкновенный человек, вы знаете только по моему помазанию. Вы слышите меня? Все, что вы знаете обо мне по телевидению, там, по радио, по разным источникам информации, там, по интернету, вы знаете только потому, что это помазание. Помазание определило, кто я, и вы смотрите на меня и говорите, вот кто он. Если вы хотите знать, кто я, это помазание меня определило, и я себя не определил. Я не вышел, у меня не было денег, у меня не было ничего, не вышел, не сказал, а, наверное, я буду проповедником. Наверное, вот буду проповедовать. Ну, что еще делать в это время? Ума нет, проповедовать можно, а чтобы проповедовать, много ума не надо. Прочитай Библию, пересказывай ее, опять и опять и опять. И все нормально, собирай деньги. Все будет нормально. Понимаете, то есть как бы, нет, мы помазание, смотрите, некоторые люди, знаете, почему люди по жизни ищут и не могут найти себя? Потому что они не нашли своего помазания. Не машина твоя определяет тебя. Вы все меня понимаете? Хорошо, я заберу у тебя машину, заберу одежду, заберу твою квартиру, и я задаю тебе вопрос, кто ты? Дорогие мои, послушайте меня внимательно. Я сейчас здесь буду стоять в плавках. И вы... Смешная будет картина. Но мое помазание с моей одежды не уйдет. Заберите у меня машину, заберите, даже если Господь заберет мою жену, заберет все мои деньги, мое определение меня не исчезнет. Вы понимаете? Я хочу, чтобы церковь поняла, что есть что-то, что определяет, кто ты. И это что-то только помазание. Можно забрать все у тебя, но должно остаться что-то, что всегда будет людям говорить, кто ты. Ты меня переодень в мешковину, я останусь самим собой. Ты меня перенеси на Северный полюс, я останусь самим собой. Ты забери или дай мне много других вещей. Как Павел говорил, умеем жить там, умеем жить там. Все пережили и в нищете, и в богатстве. Но Павел остался Павлом, потому что на нем было его собственное помазание всегда. Во дворцах, при каких-то там, знаете, религиозных священнослужителях, при бомжах и при Римской империи. Он оставался Павлом везде. И Павла определило его помазание, данное ему. Я хочу просто вбить в вас. Помазание делает то, кто вы, и ничто другое. Все остальное это уйдет. И когда ты придешь к Отцу, Отец спросит, кто ты, и никто из нас с вами, потому что мы даже с вами свое тело здесь оставим, не говоря уже обо всем остальном. Кто ты? И только твое помазание определит тебя. Только то, что ты достиг через свою позицию, определит тебя. Только помазание, войдя в него, ты по-настоящему начинаешь быть тем, кем Бог родил тебя. Вы понимаете меня?
Аминь. Воздайте славу Богу! Он хороший! Второе. Помазание определяет то, что ты должен сделать. Слушай, понимаете, о чем я говорю? Смотрите. Я перечитаю и быстренько первую фразу Исаии 61 главу. «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы». То есть, помазание – это не просто какая-то серая масса, которую я не пойму, что это. Оно определяет, кто ты. Помазание определяет, что ты должен сделать. То есть, попадая в мое помазание, я не теряю, что мне нужно делать. Я точно знаю, вот я, вот мое место и вот моя миссия. Вы понимаете? То есть дьяволу все, что ему нужно, постоянно у христиан, у церкви украсть понимание о помазании, и мы никогда с вами не станем теми, кем мы должны быть. Но когда ты говоришь: «Господь, помажь меня, дай мне увидеть то место, где я». Дорогие мои, даже если ты должен проповедовать по автобусам, если это твое помазание, ты с автобуса вылазить не будешь, потому что это твое помазание. Вы слышите меня? Даже если твое помазание делать что-то очень простое, ты будешь делать это так, как никто не делает, потому что ты чувствуешь наслаждение и плод от этого. Вы понимаете? Не смотри ни на кого, смотри, где мое место. Давайте перестанем равнять, кто больше, кто меньше. Помазание дается индивидуально. И сам Бог определяет, кому Он дает один талант, кому два, кому пять. Вы понимаете? Мы не можем бросить Богу вызов и сказать: почему Ему пять, а мне всего лишь один. Дорогой, разберись со своим одним. Если ты разберешься со своим одним, может, еще что-то получится. Помазание определяет, что ты должен делать. Третье, я люблю это. Помазание охраняет тебя. О, дорогие мои, когда Мариам и Аарон, помните, взбучились против Моисея. Помните эту маленькую картину? Когда они взбучились против него, говорят: что тебе одному Бог говорит, что ты один тут помазанничек. Понимаешь? И вот когда вот эта вся картина, смотрите, самое интересное. А скажите мне, кто был наказан из этих двух? Объясните мне, почему? Что она? Потому что женщина, наверное. Согнали на ней все. Слушайте внимательно. Потому что на Аароне был ефод поклонника. Слушайте меня. На Аароне было помазание. Помазание охранило тебя и охранило его, даже когда он сделал ошибку. Вы слушаете меня? На Мариаме помазания не было, и она была наказана сразу. Я хочу, чтобы вы эти вещи все очень внимательно, я бегу очень быстро, потому что у нас очень мало времени. Я хочу, чтобы все эти вещи понимали. Даже если помазанник, иногда мы с вами смотрим на великого человека, и мы видим, все мы видим, что он делает ошибку. Понимаете, о чем я говорю? Мы видим, и мы не имеем права его касаться. Почему? Потому что на нем помазание, и Бог с ним разберется после смерти. Помните, как Аарон ушел из жизни? Просто вспомните. Только с него был снят ефод, он упал мертвым. Помните, когда они ушли на гору? Я не хочу сейчас вспоминать, вы все это христиане, не знаете, перечитайте Библию заново. Когда они только взошли на гору, и Господь ему сказал: Аарон должен быть со мной. Они взошли с Моисеем на гору, только он снял ефод, он снял помазание, Аарон сразу упал мертвым, и его похоронили. Почему помазание было снято? Помазание, третье, охраняет тебя. Охраняет тебя, даже когда ты делаешь ошибки, оно просто окутывает тебя. Некоторые люди по жизни в проблемах, в атаках, в войне, в борьбе, у них все рушится, ломится, ничего не получается. По одной единственной причине: ты не на своем месте, и все. Когда я на своем месте, куда бы ни поехал, всегда сверхъестественная охрана и сверхъестественный успех. Вы понимаете? Только будь на том месте, которым Бог тебя определил, и не двигайся ни шаг ни вправо, ни влево. Будь там, где Бог послал тебя. Он сказал тебе: развернуться, иди назад. Ты развернулся и пошел назад. Именно здесь существует охрана. Выйдешь, охрана остается на том месте. Поэтому пункт номер 3. Помазание охраняет тебя. Четвертое. О, оно мне нравится. Помазание дает тебе власть. Вы слышите меня? Как я наслаждаюсь именно в той сфере. Если я сейчас начну говорить о финансах, я вам даю гарантию, у меня вообще нет власти в этой сфере. Вы вообще понимаете меня? Почему я об этом не говорю? Потому что это не моя сфера. Эта сфера доверена кому-то, и на нем помазание, но не на мне. Но когда я говорю о трансформации мышления, жизни, личности, духа, то это моя сфера, и на мне есть власть говорить эти вещи. Вы слышите меня? Помазание дает тебе власть в той сфере, которая
на тебе находится, которая определена тебе. Четвертое. Помазание дает власть. Пятое. Только помазание способно менять все вокруг. Слушайте меня. Не твоя написанная книжка, знаете, с перепугу. Написал, что там отпечатал. Читайте, все читайте, все читайте. Да и твою книгу все выбрасывай. Да убери ты это все, куча, знаете, хлама. И сколько ты иногда открываешь книгу. Вы замечали? Я уверен, что этот синдром не только у меня. Ты открываешь, мне чтобы узнать, если книга классная, мне всего лишь оглавление надо прочитать. И знаете, две странички, три странички с первой главы. Ты почитал, почитал, думаешь, пу, и эти книги. И потом, знаете, я сам себя заставлял. Думаю, почему я не заканчиваю эти книги? Знаете, я люблю все доводить до конца. Я на себя злиться начал. Стоит масса книг, и закладки в них, знаете, на 20-й странице, а книга 300 страниц. На 15-й странице я знаю, что вы точно такие. Знаете почему? Да потому что книга не помазанная. Когда она помазана, ты ее три раза перечитаешь. Вы слышите меня? Когда это помазанный диск, его затрут, зачистят, перепишут, где-то еще плакать будут, если он там поцарапался. Вы понимаете? Оно помазанное. И я потом перестал себя судить. Я просто открыл книгу, я сразу, не помазанная, выкинул ее и все. Хлам это, я не трачу свое время на это. Амин? Я трачу только на то, что цепляет меня. Я открыл книгу, и жена мне говорит, дорогой, спать пора, 4 ночи, а у меня глазища вот такие. Я читаю эту книгу. Почему? Цепанула. Те книги, которые Бог тебе дал, ты их все дочитаешь и посоветуешь другу, и скажешь еще ему передай, и тому не забудь дать. Amen. Потому что эта книга несет помазание. Вот что определяет жизнь от смерти. Пиши хоть запишись. Если оно не имеет помазания, оно не имеет никакой власти. Только помазание, пятое, способно менять все вокруг. Я могу здесь выдыхать, кричать, я могу здесь что угодно делать, но только то, что помазано, те фразы, которые были помазаны Богом, они будут менять, они просто входят в твой дух, преображают твое мышление, дух, твое понимание, твое мышление. Только помазание. Как, скажите мне, как вы могли услышать проповедь, и она изменила вашу жизнь и мышление? Как? Что я там залез со скальпелем в ваш мозг, и там что-то отрезал, не то там религиозная жилка там есть, и там ее перерезают, и ты теперь свободный стал. О чем? О чем вообще речь идет? Бывает, пробивает. Вы видели, что я в церкви вытворяю у себя? Там некоторые лежат, я имею в виду реально на стул ложатся и... Оно само выходит. Помазание, только помазание способно менять. Оно заходит невидимо. Через расстояние тысяч километров, проникает через провода интернета, через какие-то спутниковые каналы, оно идет. Помазание на диске и на книге может храниться годами, и потом касается тебя и взрывает всю жизнь твою, потому что то, что помазано, оно никогда не теряет помазание. Скажите мне, потеряла ли эта книга помазание за 2000 лет? Никогда! Она всегда несет жизнь и не закончит после нашей жизни. И когда мы уйдем к Отцу, она не закончит приносить жизнь и пробуждение. Амин. Оно помазано. Почему я говорю? Когда ты входишь в свое служение, лучше ты сделаешь одну какую-то вещь, но помазанную, и она не умрет никогда, потому что то, что помазано, не умирает никогда. Мы знаем такого проповедника, как Лестер Самрал. Мы знаем таких людей, как, знаете, разные-разные люди, которые сейчас там, Смит Вигглесворт, которые ушли. Дорогие мои, я до сих пор перечитываю эти книги. Слушайте меня внимательно. Помазанные, мертвые для меня живые. Живее неживых, вернее, живых непомазанных. Вы слышите меня? Для меня мертвые люди, которые 100 лет ушли назад, но писали эту книжку в помазании, они для меня 100% живее тех, которые сейчас пишут макулатуру. Вы понимаете? Для меня мой сосед непомазанный, живой, мертвее, чем тот, которого я даже не знаю, у меня его книга лежит. Он продолжает говорить в мою жизнь после своей смерти. Как? Человек не живет на этой земле, он уже ушел к Отцу, и его книга продолжает меня взрывать. Помазание. У него что, другие буквы в книге? Объясните мне, он что, другими буквами писал? Или у него слова другие, вот у него другой алфавит был. И ты берешь одну книгу и вторую. Одну хоть в туалет положи, знаете, для этого, для... ну вдруг что? И обычно, знаете, такие книги не читают. Давай, как вспомню.
Аж вздрогну. Кто живет в Европе, вы благословенные люди. Знаете, я уже забыл. Мы здесь на остановке с ребятами зашли. Вы знаете, я забыл, что такое выедает глаза. Серьезно, я забыл уже. Ты не то, что нос закрыть, забудь. Там ты смотреть не можешь. Ты зашел и плачешь. Выходишь оттуда, там люди думают, что тебя коснулось там. Там коснулось, но не то. Да. О чем это? Я не знаю. Ладно, двигаемся дальше. Смотрите, только помазание способно менять все вокруг. Шестое. Только помазание атаковано дьяволом. Слушайте меня внимательно. Дьявол никогда не атакует тебя без помазания. Ты ему не нужен. Вы слышите меня? Как только ты входишь в свою сферу, ты говоришь, на меня атаки. Атаки не на тебя, атаки на твое помазание и позицию. И как только ты выходишь из своего помазания, атаки заканчиваются. Вы слышите меня? Запомните, Бог охраняет. Но знаете, дорогие мои, дьявол не перестает атаковать. Все помазанники были в Библии атакованы. Ты думаешь, ты не будешь проверен? Ты будешь проверен. Я буду проверен. Мы будем массы раз проверены. Мы будем проверены. Поэтому шестой пункт. Только помазание атаковано дьяволом. Когда хотели убить Иисуса, хотели не убить Иисуса, знаете, который там родился где-то в хлеву, хотели убить Христа. Вы знаете, о чем я говорю? Хотели убить Христа. Как переводится Христос? Помазанный. Хотели убить помазание. То, что дает жизнь. Фарисеи смотрели на него, и они говорили, какой силою ты это делаешь. Они не понимали, что он призван это сделать. Они не могли те же самые, они не могли повторить этих вещей. У них просто была зависть, у них творилось что угодно. Они не могли это сделать. Почему? Потому что они не были призваны, а один Иисус был призван, и он совершил огромные-огромные вещи. Это было шестое. Только помазание атаковано дьяволом. Седьмое. Помазание – это то, что отличает тебя от мира. Я уже немножко коснулся этого. Именно помазание. Ничто иное никогда. Я вам еще раз повторяю, дорогие. Только помазание невозможно подделать. Все остальное запросто. Я даже видел мошенников, которые открывают служение. И в Америке я смотрел хронику, когда организация FBI, или как здесь, как FBR, да, получается, они раскрывали именно мошенничество организаций христианских. Потому что некоторые люди под прикрытием христианской организации начинали делать что угодно. Обман. То есть люди пишут свое имя и свою нужду. И потом по какой-то странной причине стоит проповедник на сцене, называет имя и говорит, Господь исцеляет такого человека. Человек даже забыл, что он при входе написал на карточке свою нужду, имя и где он живет. И этот проповедник стоит и называет адрес. И я видел, как эту хронику всю показывали. И прямо они наставили, знаете, радиосигналы, которые улавливают. И у него в ухе был невидимый монитор, который был совсем далеко, глубоко. Монитор, который работал без провода, просто ловил. И там внизу в подвале, говорит, стоял человек, который просто читал из вот этого списка. И он здесь же говорил, называл имена, адреса, фамилии. И он говорит, эти люди выходили, и их там пробивало. Дорогие мои, но я сижу, смотрю на это все, и мой дух уже знаете, это отвратительно моему духу. Вы, родные мои, если мы с вами только научились жить по духу. Вы знаете, как Библия говорит? Живите по духу. По духу это значит все сравнивать с тем, что у тебя внутри. Ты никогда не будешь ошибаться. Знаете, когда мы с вами ошибаемся и делаем роковые ошибки? Когда мы не слушаемся того духа, который в нас. Мы уже предпринимаем решение и заведомо чувствуем неприятное чувство здесь, потому что мы переступили его заповедь и наказались там, влезли в долги там, взяли эту клячу ржавую, которую думали благословение, и здесь это проклятие на нашем теперь огороде стоит, гниет, и ты под ним мучаешься. Не ты на машине катаешься, а она тебя насилует каждый день. Понимаете? И я вам честно говорю, когда мы с вами научимся слушать ушами духа нашего, вы увидите, как мы с вами перестанем ошибаться и мучиться в нашей жизни. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Это именно об этом говорит. Если ты поступаешь по духу автоматически, то, что куда влечет тебя плоть и хочет, чтобы твои мотивы совершились нечистые, когда ты поступаешь по духу, ты всегда будешь прав, всегда будешь без ошибок работать. Только помазание, седьмое, это то, что отличает тебя от мира. И восьмое, помазание оттачивает тебя. Дорогие мои, я каждый год сравниваю свои темы. Я беру темы того года, третьего, четвертого, там, знаете, и я просто вставляю, и я удивляюсь, как по-другому я проповедую. Вы понимаете, о чем я говорю?
И этот пункт я просто написал только по одной причине, потому что я когда вставляю, я говорю: Господь, я бы уже так никогда не проповедовал. Я бы проповедовал лучше. Вы понимаете, о чем я говорю? Это все равно, что оно оттачивает тебя. Помазание делает тебя лучше. Ты не становишься старее. Ты не становишься скучнее. Ты становишься свежее, лучше, успешнее, благословеннее. Тебя слушать все больше и больше хочется. Вокруг тебя людям хочется быть. Людям хочется тебя потрогать, чтобы ты за них помолился. Что это делает? Ты нет. Помазание, которое на тебе. О, дорогие мои, все, что тебе нужно, и без чего церковь немыслима, не может существовать, это без помазания. Вы понимаете, о чем я говорю, дорогие мои? Вы берете что-то в свой дух сейчас. Аллилуйя. Я хочу, дорогие мои, чтобы вы все стали мудрыми. И чтобы, когда перед вами выходит какой-то подмазанник, я его называю, не помазанник, вы четко могли определить: я этот бред слушать не собираюсь. И тебе будут говорить: ты оскорбляешь помазанника. Это не помазанник. Когда стоит помазанник, у тебя рот застегнут и глаза большие. Amen. На помазание твой дух никогда не покусится. Твой дух будет в смирении наслаждаться помазанием. Твой дух будет принимать помазание. И давайте перестанем клянуть себя. Если мне книга не нравится, вышвырни ее в печь. Если проповедник не нравится, выключи его. Потому что это не несет тебе прорыва. И не трать свое время на туфту. Amen. Вот так мы и живем. А вы думаете, что мы раздражаем людей? Представляешь, что в церквях после этих проповедей начинается? Все четко начинают определять помазание, амен. Он выходит и говорит: не-а, не работает, не работает. Ты бунтарь. Пусть я буду бунтарь. Поверь, дорогие мои, я заметил одно. Мой дух никогда не противостоит помазанию. В любой сфере, если этот человек помазан, мой дух влечет меня туда. Мой дух влечет меня туда слушать, быть там. Смотрите, еще одно место очень уникальное. От Матфея 7 глава 28 и 29 стих. Мне так это место нравится, потому что оно определяет жизнь помазанника. Матфея 7 глава с 28 стиха. И когда Иисус окончил слова сии, смотрите, Иисус закончил. Народ удивлялся учению Его, слушайте внимательно, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Что это такое? На Иисусе было помазание. Амин. Поверьте, дорогие мои, слово «помазание» в Библии упоминается массы раз, как в Старом, так и в Новом Завете. Массы раз. Поверьте, это та сфера, которую ни один христианин не может игнорировать. Что делает помазание? Дорогие мои, помазание всегда раздражает непомазанных. Потому что помазание бросает вызов самозванцам. Вы слышите меня, дорогие мои? Почему ты, помазанный, не можешь вместиться? Потому что именно твое помазание, оно приводит в действие всех самозванцев. Потому что твое помазание, оно раздевает их. Вы слышите меня? Почему на меня конкретные есть покушения, конкретные, люди просто ненавидят, они просто готовы разорвать, потому что, когда ты выходишь за кафедру, ты раздеваешь все, что не помазано, вы понимаете? То, что помазано, укрепляется, то, что не помазано, оно просто оголяется, и это просто позором становится. О, дорогие мои, вот почему ненавидели Христа, Он приходил и раздевал фарисеев наголо. И они говорили: что вообще происходит? Убить его хотели, со скалы сбросить, побить камнями, что угодно, уничтожить его. Он раздевает их. Раздевает их не Христос, раздевает их помазание, которое на Христе. О, дорогие мои, вот что должна иметь церковь в последнее время. Это то, что является моим корнем и моей силой. Это то, что делает меня мной, и церковь делает церковью. Это помазание. Без помазания Бог не видит тебя, ты самозванец. Заканчивай хоть 10 штук школ. Как определить настоящее от подделанного посредством помазания? Только твой дух способен услышать и различить настоящее от ненастоящего. Помазание – это то, что видит дьявол и атакует. И запомните, дьявол никогда не атакует тебя. Он атакует только то, что на тебе. Я просто хочу, дорогие мои, чтобы каждый из вас нашел свою сферу и занял именно свое место. Потому что там твое помазание, а там, где твое помазание, там 100% успех. Амин. Вы взяли что-то для себя. Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем, дорогие.
Просто прославьте Его. Скажите Ему спасибо, что еще немножко приоткрылся ваш разум. Я вам серьезно говорю, после каждой темы вы будете становиться крепче. Ваш дух будет укрепляться. Ваш разум будет меняться. Ваше мировоззрение будет меняться, потому что Бог меняет вас. Не я. Я человек. Я никто. Я просто послушал Его и приехал сюда. Но я знаю, что ты не уедешь тем же самым. Отец, я благодарю Тебя за каждого чемпиона в этом зале. Я благодарю Тебя, что дух сейчас растет. Я благодарю Тебя, что правильная пища сейчас входит в каждого, Господь. Я благодарю Тебя за каждого парня, девушку, мужчину и женщину в этом зале. Я знаю, эти дни не пройдут просто так. Я уверен, что мы просто так не прожжем нашу жизнь. Я знаю, мы займем наше место и исполним волю Отца. Господь, распредели каждого из нас в своем теле, как Тебе угодно. Мы обещаем, мы будем слушаться, и мы будем делать только то, что Ты скажешь, потому что то место, которое Ты определил для нас, это самое лучшее место для нас. И мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Дух Святой. Благодарим Тебя, Дух Святой. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Любимый, благодарим Тебя. Учи нас, обличай нас. Наказывай нас, вычищай нас. Мы не хотим быть позорными детьми у своего великого царя. Господь, измени все наше мышление и сделай нас, Господь мой, именно Твоим семенем, которое, Господь, прославляет Тебя, а не позорит Тебя. Сделай нас теми, кто в последнее время плечом к плечу, Господь, начнет менять те сферы, в которых мы находимся, и те города, в которых мы живем. Я благодарю Тебя, пусть поднимутся сильные церкви, пусть родятся мощные помазанники, пусть отсюда выйдут мощные евангелисты, Господь, пророки, Господь, пусть отцы, которые будут рождать, Господь, детей духовных, пусть отсюда выйдет, Господь, сила, которая будет менять людей. Мы простые люди, которые просто подарили Тебе нашу жизнь, и мы знаем, те, кто посвятил Тебе всю свою жизнь, это самые опасные люди на земле для дьявола, потому что посвящение определяет, Господь, все, кто мы есть, и все, что мы достигнем. Я благодарен Тебе, благодарен за все, любимый. Спасибо Тебе. Аминь. Воздайте славу Богу. Обнимите друг друга. Благословите друг друга. Семья Божья, дети Божьи, благословите друг друга. Вы все такие красивые. Вы все такие добрые. На ваших лицах жизнь, родные. Держите эту жизнь. Не давайте никому. Передавайте эту жизнь. Просто будьте на своем месте. И Господь просто будет охранять вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь, дорогие. Аминь.